1992 год. Михаил Танич знакомится с молодой певицей Аленой Апиной и сразу предлагает ей исполнить свой новый цикл «Лимита». Знаете, как-то я не очень поняла идеи, потому что как бы вот человек, только что выскочивший из провинции, уже такая московская дама, там со всеми пирогами, муж москвич, квартира, все дела. И тут ее опять «Лимита», опять все это. И как-то я не очень была готова. Вы думаете, чистые и полные презрения к лимите, что я себя не вижу на паркете в белом платье и в поте. Вы думаете, кто для Алены цикл «Лимита» стал новой волной популярности. Михаил Танич нашел еще одну свою певицу. Он меня действительно любил, потому что эта любовь была только взаимной. Мы с ним... Ну, искренне было совершенно слышно, когда я ему звонила, он говорит: «Ага, вспомнила, вспомнила». А и дальше там по тексту. Я говорю: «Здравствуйте, любимый мужчина», и так далее. Узелок завяжет.